Приветствую вас, дорогие мои. Сегодня на колоде замечательный, моей любимой и вами любимый лес любви. Мы смотрим, что он понял о вас. Загадывайте партнера. Не забывайте, что расклад общий. Проиграться может не у всех. За личным можно обращаться в описании по номеру телефона WhatsApp. Итак, что же он понял о вас и о ваших отношениях? Надеюсь, вы уже загадали. Что здесь присутствует какой-то расчет между вами. Ну, и на что? Или кто? Ах, вот в чем расчет. О том, что он считает, что либо вы должны попросить прощения, либо он собирается это сделать. Он собирается это сделать. Всего скорее вы в ссоре, на паузе, вышел сам мужчина на разговор, имеет к вам страсть, но и одновременно хочет отомстить. Вот какой коварный товарищ к нам пришел сегодня, который хочет отомстить за свою страсть, которая пока не имеет возможности реализоваться в ваших отношениях. И выходите вы, прекрасной вот такой женщиной, смотрите. Знаете, что хочу сказать? Что помимо того, что он хочет вам каким-то образом отомстить, он еще и боится вашей мести. Так, а каким образом он может вам отомстить? Смотрите, как интересно выпадает карта заботы и карта работы. То есть, по сути, его месть может либо выражаться либо в том, что он уходит с головой в работу и отказывает вам в своем внимании. Человек хочет написать письмо и также хочет, чтобы вы написали ему письмо, ну, сообщение, звонок и так далее. А что у нас на дне колоды? Воспоминания. Человек постоянно вспоминает те ситуации, которые были у вас, яркие моменты, постоянно о вас думает. Имейте в виду.